Все как один. В Индии ученые бьются над разгадкой совершенно уникального случая. Там в одной деревне живут 200 пар близнецов. Кто-то считает, что виной всему плохая экология, а именно пестициды, которые распыляют на рисовых полях и неподалеку. Но есть и версия, что это благословение Божье. Приблизиться к разгадке попытался и наш корреспондент Антон Гладышев. Айчит и Ашвати – близнецы. Они признаются, что между ними есть необъяснимая мистическая связь. Например, когда брат покидает дом больше, чем на сутки, сестра начинает болеть. Недавно Айчит поехал в лагерь для мальчиков, и мне сразу стало плохо. Когда он приехал обратно домой, мне стало лучше, и я выздоровела. И таких пар близнецов в деревне под названием Кадинхи около 200. И с каждым годом их становится все больше. Акушер-гинеколог Лейла Насрулла считается в Индии рекордсменкой по количеству принятых родов, в результате которых на свет появились близняшки. Счет идет уже на сотни. Исторически сложилось. Здесь много рождается близнецов. Это означает, что формируется генетическая предрасположенность. Если в семье женщины у ее мамы или бабушки рождались близняшки, вероятность появления близнецов у нее повышается. Гипотезу акушера-гинеколога подтверждает житель деревни по имени Чигеш. У него есть брат-близнец, а это его племянники, тоже близнецы. Спутать их невозможно, они все равно разные. Один любит курицу, другой шоколадки. Один мультики про животных, другой про роботов и машинки. Деревенские близнецы даже создали собственную общественную организацию. Сообща решают юридические проблемы и помогают нуждающимся. Руководитель организации Баскири Раджив рассказывает, что близнецы здесь стали массово появляться на свет около 80 лет назад. Разгадать причины этого феномена пытались исследователи со всей Индии, однако безуспешно. Даже ученые не смогли ничего сказать. Некоторые люди считают, что это связано с плохой экологией. Но мы верим, что таким образом Бог благословил нашу деревню и ее жителей. Глава администрации мечтает за счет близнецов пополнить деревенский бюджет. Говорит, в уникальном месте можно было бы развивать туризм. Но пока власти штата не спешат вкладывать средства в инфраструктуру. Ведь причины аномалии до сих пор не установлены. Есть предположение, что причиной рождения большого количества близнецов стали химикаты. Деревня окружена рисовыми полями, и для их обработки используются пестициды. Отец близняшек Муса версию о заражении химикатами отвергает. Говорит, его дети, как и большинство других деревенских близнецов, абсолютно здоровы. Себя он называет самым счастливым папой на свете. С появлением сыновей моя жизнь стала в два раза счастливей. Они очень похожи друг на друга и оба одинаково меня радуют. Муса говорит, что редкое явление может быть связано с необычным микроклиматом. Деревня расположена ниже уровня моря. И даже вода, уверяет мужчина, здесь с особым вкусом. Впрочем, подтвердить эту версию пока невозможно. Научная программа по изучению феномена близнецов была недавно закрыта из-за проблем с финансированием. Антон Гладышев, Дмитрий Семенюк, Сергей Палько, ТВ3.